Господа, скажите, пожалуйста, а вообще, если не ограничиться вот этими осмысленными высказываниями, типа «и», «или», «следовательно», «сильно», скажите, пожалуйста, а в принципе, сколько еще столбцов имеет смысл мне здесь написать? Представьте себе, если я просто пишу всевозможные, сколько я мог бы создать столбцов. Как вы считаете? 20? Да, ваша версия? Сколько угодно. Сколько угодно, отлично. Сколько угодно. То есть, если у меня есть 4 места, на каждом написан 0 или 1, то, по вашему мнению, я могу получить бесконечно много разных вариантов? Нет. Нет, конечно. Вариантов, конечно, конечное число. А сколько? 8. Да. 16. Выходите. Сейчас у нас герои будут. Начнем с набора 0, 0, 0, 0. Закончить надо на 4 единицы. Вот это, кстати, и называется булевые функции. От двух переменных их всего, как вы сейчас обнаружите, 16 штук. А вот это интересно, по какому принципу вы это пишете. Сначала вы написали все, когда одна единица. Потом, когда две единицы. Понятно, спасибо. По-моему, действительно все варианты написаны. Что? Да. На самом деле, если бы я писал, то, конечно, все было бы по-другому. Я писал бы это в другом порядке. А именно в том, когда идет по возрастанию двоичных чисел. Слушайте, а давайте я сразу объясню, потому что... Ну, конечно, на самом деле все равно, в каком порядке написать. Но я все-таки сейчас свой вариант предложу, потому что мне он кажется все-таки более понятным. Итак, посмотрите, если бы я нуждался в том, чтобы выписать все эти варианты, то я сделал бы так. Я сообразил бы, что набор из нулей и единиц – это на самом деле то же самое, что числа в двоичной системе числа. В данном случае это числа от 0 до 15. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да? Вот. А дальше вот какая вещь. В двоичной системе единица записывается вот так. Двоечка записывается так. Для тех, кто еще не знает, что такое двоичная система, вот эта нижняя строчка называется разряд единиц, следующая называется разряд двоек, следующая разряд четверок и следующая разряд восьмерок. Дальше там уже не надо, но, конечно, если было больше, то было 16, 32 и так далее. Так вот, как записывается тройка? Как 1-1 с двумя нолями? Четверка 1 с двумя нолями. Господа, двоичную систему обязательно надо знать, потому что это очень просто и действительно. Значит, что такое пятерка? Это 1 плюс 4. Видите, 1 и 4. Что такое шестерка? Это 0, двойка, четверка, 2, 2 плюс 4. Что такое семерка? Это 1 плюс 2 плюс 4. Что такое восьмерка? Это просто восьмерка. Девятка – единица с восьмеркой. Десятка – это двойка с восьмеркой. Одиннадцать – это 1, 2 плюс 8. Двенадцать – это 4 плюс 8. Тринадцать – это 1 плюс 4 плюс 8. Четырнадцать – это 2 плюс 4, плюс 8, и 15 – это все единицы. На самом деле, он написал то же самое, просто в другом порядке столбцы. Нет, ну там, вот
Где не совпадает? Там же у вас написано 2. Выйди, покажи, какой столбец у меня есть, а у меня у него нет. Быстрее. Нет, у вас все есть, просто у вас там разные. Порядок? Он написал те же самые столбцы по другому принципу. Он сначала написал те 4 столбца, когда только одна единичка. Потом он написал 6 столбцов, когда 2 единички. Правильно? И потом написал, сколько там, 4 столбца, когда 3 единички. И 1 столбец, когда 1 единичка. И здесь был 1 столбец, когда все 3. Нет, черт, я не говорю, что у меня лучше. Просто я написал по тому принципу, как шли числа, если бы они были в двоичной системе числения, а он написал по принципу количества единиц. Так, не в этом дело. Как можно коротко и понятно, давайте на мою вообще не смотрите, я чекну ее все, ее нет. Как можно коротко и понятно обозначать эти функции? Ну понятно, что все нули, давайте так прямо обозначать. Вот и есть. Замечательно. Ноль так и будем обозначать. То же самое. Согласитесь, что не проблема обозначать эту единицу, да? А теперь вопрос. Где наши вот эти вот функции, которые мы уже написали? Например, отрицание А. 1, 1, 0, 0. Тут такая штука есть, правда? Отрицание А. Так, дальше там есть такая штука. А и Б. Это 0, 0, 0, 1. Есть такое? Есть. Пишу. А и Б. Хорошо. Хорошо, замечательно. Что у нас еще там? А или Б. 0 и 3 единицы. Так, 0 и 3 единицы. А или Б. Из А следует Б. 1, 1, 0, 1. Есть такое? Из А следует Б. 1, 1, 0, 1. Так, А равносильно Б. Это 1, 0, 0, 1. А равносильно Б. А вот теперь, господа, что мы с вами заполнили, над 5 столбцами написали. Но осталось еще 11 столбцов. Кто предложит мне какие-то естественные обозначения для, хотя бы не обязательно всех, для некоторых из оставшихся столбцов? Тут некоторые столбцы тоже еще очень легко обозначить. Давай, выходи. Выйди к столбцу и скажи, как его назвать. Что? Дайте приглядеться. Чисел от 0 до 17, 16 штук. Так, что? Что это? Это просто столбец А, молодец. Столбец Б. Столбец Б, что такое? 0, 1, 0, 1. Это где? Вот это. Столбец Б. Так, что еще есть? Не Б. Выйди, покажи. Если кто-то знает, какой столбец, как назвать, приходите, покажите. Так, а что нам тогда делать? Из. О!
из А следует Б. Такое есть? Да. А из Б следует А? Нет. У меня еще нет. Это какой столбец? Да. Из Б следует А. Выйдет кто-нибудь? Из Б следует А. Неверно. Надо поменять местами А и Б. Неверно. Из Б следует так. Где этот столбец? Если у вас неправильно подошли серии. Правильно же следует. Где вот? У нас цель. Да, да, да. Все, все, все. Все уже. Нашли правильный ответ, значит, нас один. Объясняю почему. Чтобы не следовало из А, Б, нужна в единственном ситуации, в единственном случае. И, соответственно, здесь вот этот нолик переставился, это и соответствует тому, что они переставились местами. Итак, из Б следует А, это вот этот столб. Нам бы с вами еще понять, всего лишь осталось 5 столбцов. На самом деле они простые. На самом деле эти столбцы простые. Господа, вот проще всего понять вот это. Посмотрите, пожалуйста, все внимательно сюда. 0, 1, 1, 0. Что это такое? Молодец. А не эквивалентно Б. А не эквивалентно Б. Давайте так и запишем. Неверно, что А равносильно Б. Поскольку это функция, как ни странно, в математике не просто важна, а чрезвычайно важна, то разрешите, я на нее потрачу целый столбец вот здесь. Итак, вот эта штука. 0, 1, 1, 0. Можно, конечно, записать, как я там написал уже. Неверно, что А равносильно Б. Но на самом деле эту функцию объясняют иногда гораздо лучше. Что это такое? Нолик для двух ноликов, нолик для двух единиц, а в остальных случаях единиц. Это разделяющие или. Подумайте, пожалуйста. Или это когда 3 единицы. Когда можно взять чай, можно взять кофе, а можно и чай и кофе. А здесь чай и кофе нельзя. Или чай, или кофе. Поэтому вот это вот называется разделительное или. Но пишут его всегда не так. А пишут его, господа, следующим образом. А плюс Б. Поскольку некоторые будут думать, что просто надо складывать, просто числа складывать, то иногда для того, чтобы объяснить, что это все-таки надо не числа складывать, а надо сложить, взять остаток при делении на 2. Давайте напишу. 0 плюс 0 – это 0. 0 плюс 1 – это 1. То же самое. 1 плюс 0 – это 1. А вот 2 нечетных числа дают в сумме число четное. Господа, если вы вспомните, это вас учили. Четное плюс нечетное число – нечетное. Нечетное плюс нечетное – четное. Помните, да? Четное плюс четное – четное. Это вот это и есть замечательная функция. Программисты его любят называть XOR. Ну, на самом деле, есть еще масса названий. Смысл такой. Это сумма по модулю ВА. Молодцы, мы постепенно движемся по этой таблице. И на самом деле дошли до двух важных мест. Вот этот столбец, единица и три нолика. И наоборот, когда у вас единица и
нолика, и наоборот, 3 единицы и нолик. Что? 3. Простите. Это две функции, которые, между прочим, придумали их довольно поздно. Так, поскольку я имею все шансы перепутать, какая из них какая, то я специально записал себе на бумажку. Итак, функция, которая равна нулю в одном случае и трем единичным в другом случае, была придумана в 1880 году, и называется она стрелка Гиббса. Дело в том, что их очень легко перепутать. Они очень похожи, отличаются только тем, что надо везде заменить нулевые единицы. А другая функция называется, и придумана она в 1913 году, называется штрих Шейфера. Давайте посмотрим, когда 3 единицы и 0, обозначение для этой функции мы придумали. То есть не придумали, а написали. И когда единица с тремя ноликами, это, соответственно, стрелка. Так вот, господа, давайте зададим себе такой вопрос. Перед тем, как подробно рассказывать о стрелке и о штрихе, а там будет рассказ интересный, потому что у них очень неожиданные на самом деле свойства, давайте все-таки решаем задачу. А именно, вот эти два столбца подумаем, как можно более-менее понятным образом записать. Чтобы была единичка в ситуации, когда А истинно, а Б ложно. Как это можно более-менее понятным образом отметить? Как просто записать 0, 0, 1, 0? Через наши функции. У нас функций уже очень много. Да, кстати, обычно у такого рода задач много разных ответов. То есть можно записать и так, и так, и так. Предложите какой-нибудь способ. Предложите какую-нибудь формулу, которая записывает вот это 0, 0, 1, 0. Да? Не слышу. А строго больше, чем Б. Слушайте, а мне это нравится. А больше Б. Ведь действительно так можно написать. Дело в том, что нельзя сказать, что 0 больше 0. Б не 0. А? Б, конечно. А больше Б. Молодец. Ну, на самом деле так и пишут. Общепринятый способ заключается в следующем. А и отрицание Б. 0, 1, 0, 0. В таком же духе это что такое? Отрицание А и Б, конечно. Отрицание А и Б. Вот. Замечательно.